Все. Завязываю с конфетами и пирожными. Больше сладкого не ем. Да ладно, ты ж без шоколада жить не сможешь. А придется. Все. Сажусь на диету. Да ладно. Ты мне что, не веришь? Чтобы в доме не было никакой выпечки, ни конфет, ни булок, ни пирожков. Ясно? Ну, доченька. Перехожу на здоровый образ жизни. Буду правильно питаться. Больше ничего жирного, сладкого и мучного. В конце концов, есть у меня силы воли или нет? Ну, доченька, ты же так любишь чай с печеньем. Как же ты теперь без него? Я выдержу. Печенье, конфеты, все это в прошлом. Может быть, одну конфетку съем сегодня? Позволю себе. Но с завтрашнего дня только здоровая пища. Ты что, мне не веришь? И спортом займусь. Прямо завтра запишусь на плавание. Вы что, мне не верите? Бегать буду по утрам. Завтра же попрошу маму купить мне форму и кроссовки. Точно! Как проснусь? Сразу же! А еще я запишусь на верховую езду, танцы, прыжки шестом и фехтование. Никакой еды после шести, спортивная ходьба по вечерам. А сегодня последняя конфетка. Надя, Надя, где ключ от шкафа? Велосипедные прогулки, альпинизм. Или лучше прыжки с тарзанкой. Точно. И прыжки в воду с трамплина. Обязательно водные процедуры. Фитнес. И, конечно же, тренажерный зал. Ты мне что, не веришь? Смотри на меня и делай, как я.
друзья, мы вышли.